Доброе всем субботнее. Если не ошибаюсь, сегодня 25-е. Название деревни я забыл. Но это еще Красноярский край. Не доезжая Канска. Даже не доезжая Рыбного еще. Сейчас выйдем, посмотрим. Тут у нас уже болотца. О, наш хвост. Что-то я так вчера этот медвежий угол стоянку искал, искал и не нашел. В общем, заехал вот здесь. Как переночевать-то нормально. А то, что сейчас болото, грязь, это осень, Сибирь. Здесь не так много асфальтированных стоянок. Так, с этой стороны посмотреть. Колесики наши. Вроде все хорошо. Тут у нас Америка. Рядышком отдыхает. Вот, время 7 утра. Будем собираться уже. Позавтракали туда-сюда. Ой, какая грязюка. Кошмар. Народ уже работает. Движение идет. 4G тут есть, интернет. Самарская. Америка, Самара. О, рядом эти. Вон монголы стоят. Менджик. Лимонджик. Видите? На черной Вольве. Монгол. На... Ой, еще и не на Рефе, на Тенце даже. Точно. Фига себе. Но они не так часто сюда просто монголы ездят. Они в основном что-то там Улан-Удэ, вот Иркутск, дальше их не встретишь особо. Не, попадаются, но мало. Вот здесь кто стоял, с одной стороны было по суше, с другой стороны было пошумнее возле дороги. Ладненько. Пошли заводиться. Ну-ка, кнопочку нажми. О, нажми на кнопку, говорит, получи результат. Пошли расториваться, заводиться. Будем потихонечку выдвигаться. Автономка гудит, в кабинке тепло. Видите, как гудит? А, лепота. Ё-моё, один раз нажал на кнопку, два раза нажми. Тапочки, да? Кошмар. Помыть их, что ли? Немножко. Ой, помыл называется. Вот уже где пестовач. Ну что, 8 утра, поехали. Потихонечку дальше работать. 1129 километров нам отсюда ехать. Ну, на сегодня километров где-то 600 пройти. Суббота, не будем подрезать коллегу, да, зачем? Он едет на скорости, сейчас мы вылезем, будем ему только мешать. Сегодня до Тулуна. Что такое? Тяжко? Горку? Нормально.
Вот, цель до Тулуна доедем. Вот, парим с утра. Все, плюс один. Машинка холодная. Новопятницкая, вот. Никак название запомнить не могу. Целый вечер сейчас запоминал, так и не запомнил. Вот. Сегодня до Тулуна. Пойдем в гости заедем. А то, говорит, ругается. Ездишь, ездишь, говорит, мимо. А в гости, говорит, никак. Домой, говорит, тебя, говорит, не затащить. То, говорит, вообще не увидит, то вечно ты куда-то торопишься. Вот мы сегодня поедем к Ленке, к сестре, в гости за рулем. Через вкусники накормит. А вот уже стоянка есть. Я так и не понял, где этот медвежий угол. То ли я его проехал, то ли я до него не доехал. Сейчас буду ехать смотреть. Ну, проехать его как бы не мог. Довольно ж приличная стоянка, я бы ее увидел. Вчера вот искал ее, искал. По итогу все здесь нашел. Нормально. Переночевали, все на месте, все. Слава Богу. Что у нас там перед зимой, смотрите, уже как солнышко планируется над Канском, когда мы будем объездную проходить. Сегодня поедем через Канскую объездную. Костян навстречу ехал, говорит, Леха, немецкий автобан нервно курит в стороне, говорит, так заделали. Говорю, базара нет, поедем посмотрим. Так что сегодня, даже если никто стоять не будет, принципиально поедем по объездной. Надо же посмотреть, что ж там такого сделали, что автобана 2 в Германии нервно курит. Сколько тут до Канска? Тут, наверное, километров, может, 80, может, 100. Что-то недалеко. Тут 20 до Рыбного кольца, ну и там сколько. Короче, тут как раз вот там солнышко, вот оно над Канском. Прошлый
вообще зайди вот эти березки. Я думаю, тут гребут. Особенно этих маслят. Бери косую, коси. Просто косую коси. Никто не собирает, никто не ест. Масляда здесь. Что за гриб такой? Грузди давай. Как мы там за груздями ходили, все. Посолишь их на зиму. А он потом зимой с картошечкой. Кто под водочку, кто просто с картошечкой. Знаете, какая прелесть сыпется сверху. Сначала, прежде чем попасть в то светленькое, надо проехать вот по этому темненькому. Какая красота! Сейчас еще и побелеет на дороге. Ноль. Нет, сейчас, может, еще и приляжет. Какая красота! Давно не было. Белые мухи, здравствуйте. Давно мы с вами не виделись. Какое? Все? Че так быстро? Не успел нарадоваться. Ладно. Еще нарадуемся. Еще все впереди. Все веселье зимнее. Ну все, как решили, так и делаем. Правильно? На переправе коней не меняем. Прямой через город еще наездимся зимой. Просто, ну, интересно посмотреть, что ж там такое с ней сделали, что... Неужели до кого-то, у кого-то руки дошли до нее? На следующем повороте поверните направо. До этой Канской объездной. Не, ну тут-то вот здесь все, ну как бы здесь она нормальная. И там въезд сам в Канск, тоже ж мы когда сюда ехали. Там все новенький асфальт, все четенько. Меня интересует дальше, уже когда вот на Богучан и прямо. Кстати, в сторону Богучан тоже доводилось ездить. Кедров 150, наверное, за лиственницей. Вот, а мы уйдем на объездную. Ну, сейчас мы туда доедем, тут недалеко осталось. Чуть-чуть по объездной пробежать. Поедем, побачим, что то есть. За чудо, диво дивное. Костян, говорит, просто ехал с той стороны, говорит, я, говорит, пошел. Ну, не сейчас, а в прошлый раз. Я, говорит, через город пошел. Коллега, говорит, пошел по объездной. Говорит, выехали, говорит, вместе. Нормально. А сейчас вот он, говорит, именно оттуда возвращался. Депсы стояли. Там, как всегда, под мостиком. Говорит, ушел на объездную. Вообще четенько, говорит, проскочил. Говорит, опять на меня, говорит, цепочки свалил. Я говорю, а как ты хотел? Все, сказал, все, сейчас... Если что, ты крайний. О, смотри, пацаны водичку здесь набирают. Я не знал, что тут можно воду набирать. Будем знать. Откуда он оттуда, снизу там вышел. Это, наверное, источник какой-нибудь. Прохладно, сушилки.
сегодня без перерыва. 39 каналов еще на радиостанции. Переключитесь куда-нибудь, и там вообще без перерыва разговаривать. Здесь как бы общий канал. Туалеты там, как, у кого что, какие там вопросы семейные. Не обсуждается, наверное, тут. Хотя, с другой стороны, не нравится — выключить, что тут больше слушать? Где кто дрова продаст, где кто эти дрова купит. Другой информации в последнее время тут вряд ли услышишь. Вообще город не цеплять, объездную вот можно было сделать вот туда чуть-чуть увести. Получается, вот этот вот микрорайончик обвести, и все, и вот получилось вот так, и мы потом выходим туда, вот где мы будем потом на саму вот уже, которая она сейчас существует, объездная, выходить. Все. Ну сколько тут? Ну тут пару километров, наверное. Всего-то нужно было сделать. И не надо было эту справа тянуть. Ну, в принципе, так как проще, не говорит о том, что так надо. А так все, денежки, бюджет, туда-сюда. Надпись на плакате прочитал. Озвучивать не буду. Захотите стоп-кадр поставьте, отмотайте назад. Машка вообще кричит, что можно вот так даже поехать. Но это вот можно, да. Можно и вот так. Но мы уйдем на север. Амбан, Бабучана и Иркутск. Канск 385. С днем рождения, любимый город Канск. О, так он молодой совсем. Еще дитя. А так-то да, получается, если здесь по прямой пойти, то еще короче. Ну не то, что короче, что так по прямой. Светофор не может немножко быстрее гореть, две машины всего проезжает. Что вот сейчас там через 800 метров кольцо, на этом тоже можно вправо уйти. 800 метров ехать на дорогу.
все равно выходишь на ту стелу эту такую, как арка такая, как ворота в центре. Ее объезжаешь по колечку и все, и на выход. Дело-то. Голосовал против пенсионной реформы.
вообще все великолепно. Просто прелестно. Ее засыпали, ну, говорят, этим вот асфальт снимали, старым асфальтом ее засыпали, ну, я так слышал, укатали, утрамбовали, все, 40-50 местами. Катишься и катишься. Парня объездная еще не умерла, все засыпано. Да-да-да. Насколько долго? Это другой разговор. Ну, как альтернатива, если стоят, чтобы не нарываться лишний раз на грубость, там, на тот же штраф 500 рублей. Пока можно ехать. Что будет дальше? Время покажет. Как тут зима, осень, когда это все раскиснет. Но пока вообще красота. 5 минут, 7, и все, мы объездную прошли. Ну ведь могут же, да, когда хотят. Ну ведь могут же. Главное захотеть. Вот это, наверное, самый плохой участок. Ну, я не считаю, там тот переездик еще тут один есть. Вот этот мостик, это самый хреновый участок. А вот раньше она вся вот такая была. Вот раньше она была вся вот такая. Вот так вот мы тут. Оп, ездили. Оп. Ну и хорошо, коль так. И здесь асфальт. Правда, его уже продавили весь. Но тоже подшаманили. Новенький. Табак опт. Нормально, все. А эти сейчас стоят, интересно, под мостом или нет? Сейчас увидим, потому что тут, чтобы направо на мост повернуть, надо круг почета дать под этим как раз таки мостом. Красиво, красиво прошли. Вообще никаких проблем. Не, подождите, какое? Не надо ж никакого кругаля давать. Сразу направо поворачиваем. Или нет? Ну, зачем нам направо? Зачем нам круг почета рисовать? На следующем повороте поверните направо. Я что-то не пойму. А он куда поехал? От Новосибирска. Не знаю, я сюда поехал. Я их там не видел, может быть, и стоят под мостом. Но вот все, результат. Тест пройден. Теперь будем знать. Да вот, я думал, ты так на красный поедешь дальше. А подскажите, на автовозе куда, на Иркутск-то? Направо? Да, направо. Направо. За мной ехал этот автовозик, он красненький. Тот, может, на стоянку впереди шел, в Новосибирске поехал. Кстати, их нету здесь. Вот, я их сейчас не вижу, не стоят они тут. Стоянка, где у нас крышку отблю. Нет, вот он впереди пошел от Новосибирска. Что-то круг почета дал. Интересно.
Стоянка делала крышку от Blue Slamzeli. Куда-то. Ну, отлично. Поехали. О, как раз у нас осталось 10-10 до выгрузки. Точно. 1010 километров. 1-0, 1-0. Отлично.